Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Слово депутату» в студії Катерина Тригубова і наш гість сьогодні Олександр Жолобецький, народний депутат України. Вітаю вас в нашій студії. Дякую. Говорити будемо про актуальні питання життя нашої країни. Олександр Олександрович, ну хотілося б почати з того, що, наверное, волнує кожну сім'ю і кожного чоловіка в Україні, тому що це касається кожного, скажімо так. 16 февраля Верховна Рада не змогла проголосовать за проект восстановления о недоверии Кабинета министров во главе с Арсением Петровичем Яценюком. То есть очень было неоднородное голосование, сложное, да, разные мнения. Вы все-таки голосовали за отставку правительства, за то, чтобы Арсений Петрович все-таки покинул свой пост на сегодняшний день, так как достаточно много неудач было у этого правительства. Почему вы это сделали, как далось вам это решение и с какими чувствами вы это делали? Вы знаете, действительно, решение было сложное, потому что Арсений Петрович Яценюк – это наш партнер по коалиции, и поэтому решение голосовать за его отставку, оно далось мне нелегко. Но, тем не менее, для этого у меня были веские причины, как экономического, так и политического характера. Я вам хочу сказать, что уровень доверия населения сегодня к премьер-министру, а также партии, которую он возглавляет, колеблется порядка 2%. С учетом погрешности, я думаю, что уровень доверия, наверное, все-таки сегодня он приближен к нулю, скажем так. Поэтому кабинет министров также потерял доверие парламентарию. Поэтому и когда в парламенте был поставлен вопрос на голосование о том, что у оценки работы правительства за 2015 год, то 247 народных депутатов признали работу кабинета министров во главе с премьер-министром Арсением Петровичем Яценюком неудовлетворительной. Я также был среди тех народных депутатов, которые признали его работу неудовлетворительной. Невозможно проводить никакие реформы, не пользуясь доверием населения. Поэтому тот состав сегодняшнего кабинета министров, что бы он сегодня ни делал, но когда нет доверия населения, ему уже в искренность его реформ никто не поверит. А доверие было потеряно, безусловно, вы правы, за последние 2 года работы именно премьер-министра на этом посту. И что было, скажем так, сделано, какие были основные, как бы, да, основные причины того, что работа была признана неудовлетворительной. Это колоссальное воровство в госструктурах, трехкратный обвал гривны, снижение порядка на 10% промышленного производства, а как следствие и треть вообще оборота, торгового оборота нашей страны. Поэтому согласно Конституции, за все это несет ответственность Кабинет министров Украины и лично премьер-министр Арсений Петрович Яценюк. Где все то, что было обещано 2 года назад? Начиная от бесплатных лекарств в больницах и заканчивая новыми рынками, где новые рабочие места. И этот перечень, поверьте мне, что можно продолжать очень долго, ответов на них я в его отчете не услышал. Поэтому, если брать 2015 год, то убытки от государственных предприятий составили порядка 110 миллиардов гривен. А это практически пятая часть нашего с вами бюджета. Да, у нас сегодня идет война на Востоке. Да, сегодня тысячи людей и предприятий стали заложниками российской агрессии. Но мы с вами нанимаем кабинет министров для того, чтобы он решал эти проблемы, а не выходил, извините меня, на самую высокую трибуну в стране и, оправдываясь вот тем, что происходит в стране, этим, как бы, да, давал себе оправдание. Поэтому Арсений Петрович, на мой взгляд, он должен был честно признаться в том, что у него это не получилось, и я очень надеялся, что он добровольно уйдет в отставку. К сожалению, этого не произошло. И я скажу, что, вы знаете, вот безответственность, если можно так сказать, и жадность. Вот основной бич сегодняшних наших политиков. А уже как следствие это и является, наверное, источником коррупции и беззакония, царящих в нашей стране. Если премьер-министр не отказывается отвечать за результаты своей деятельности, то что мы хотим, о чем мы можем спрашивать у рядового чиновника? Поэтому это и было основанием, как политическим, так и экономическим, для меня, как для народного депутата, чтобы проголосовать сначала за подведение итога его работы, признать работу, еще раз повторю, неудовлетворительной, а в дальнейшем попытаться отправить кабинет министра в отставку. Что было для меня
удивительным, если можно так сказать, это то, что в любой развитой европейской стране, когда ставится такой вопрос, то ОПА-блок всегда голосует за отставку. В нашем случае, к большому удивлению, скажем так, и сожалению, этого не произошло. Почему так произошло? Ну, наверное, пусть на это отвечают представители ОПА-блока. 43 депутата у нас сегодня в ОПА-блоке. Почему 33 народных депутата в момент голосования вышли из зала? Значит, я делаю для себя логический вывод. Значит, их все это устраивает. Поэтому для меня это непонятно. Для людей, я надеюсь очень, что понятно, почему так происходит. Потому что нынешний кабинет министров их в какой-то мере устраивает. Устраивает их бизнес, наверное, скорее всего, и устраивает то, что происходит в стране. Спасибо, дорогие друзья. Действительно, возможно, в нашей студии будет народный депутат от оппозиционного блока, и наверняка такой вопрос будет ему поставлен. Продолжаем дальше. Завод имени 61-го коммунара. Это тоже такая болевая точка на карте нашего города, да и области, да и Украины в целом, потому что судостроение находится в большом упадке, это мягко сказано. Завод имени 61-го коммунара действительно сердце нашего города, настоящее сердце, потому что с него все начиналось. Очень больно наблюдать даже тем людям, которые не связаны с судостроением, что происходит сейчас с этим предприятием. У вас есть свое мнение по этому поводу, вы выступали с парламентской трибуны со своим мнением. Давайте немножечко подробнее, немножечко детальнее поговорим именно об этом вопросе. Вообще есть ли перспектива сохранения, реанимации, запуска этого сердца для нас, для всей Украины? Вы знаете, если бы не было перспективы, то я бы, наверное, этим вопросом и не занимался. Я просто начал с конца. И действительно, вы абсолютно правы, что 61-й завод – это история нашего города. И если бы в свое время не было 61-го завода, то неизвестно, как бы вообще сложилась судьба нашего города. Потому что еще в 1787 году тогда было решение о том, что строить именно на месте 61-го завода верфь. Через год она уже была построена, и в 1790 году был выпущен на воду, спущен на воду первый тогда корабль, это Святой Николай, и с этого времени, в принципе, и началась история развития нашего города Николаева. Поэтому этот завод — это действительно сердце нашего города, и с этим заводом связана вся история. Мы не имеем просто так на сегодняшний день стоять в стороне и наблюдать за теми событиями, которые там происходят. А что именно там происходит? Значит, на протяжении последних лет постоянно меняющееся руководство этого предприятия. Дальше уже в этом году мы будем, трудно подобрать слово, не отмечать, а в этом году уже будет 26 лет, когда не определена судьба крейсера «Украина». И все эти годы на заводе то есть какие-то улучшения, потом опять спад, то есть завод не может работать в нормальном режиме, которого он, поверьте, заслуживает. В 2012 году был наложен арест на все имущество завода. Это было связано с контрактом тогда греческой компании под собственник, который является Ласкаридис. И с того года начался еще один виток проблем, скажем так, на этом заводе. Что было сделано правительством? В июле 2015 года была создана рабочая группа в составе Укроборонпрома, потому что с 2010 года это предприятие входит в состав государственного концерна Укроборонпром. И целью этой рабочей группы было выведение 61-го завода из кризиса. И тогда был назначен на должность генерального директора завода некий Федор Петров. Узнав об этом, сразу же я как депутат Верховной Рады, как житель города Николаев, да и так просто обычный человек, для меня это была новость. Почему? Потому что я начал разбираться в биографии этого человека и кто это такой. И что я для себя обнаружил? Это человек, который начинал свою трудовую деятельность с мастера ЖЭКа, потом было по образованию сельскохозяйственное, образование у которого сельскохозяйственное строительство, и который никогда в жизни не имел никакого отношения к судостроению. Дальше, на что я наткнулся, когда изучал эту ситуацию.
Когда Федор Петров с 99 по 2007 год, он возглавлял общество с ограниченной ответственностью под названием «Укр-Южпром». Так именно это предприятие в 2005 году был заключен контракт с государственным предприятием нашим «Заря-Машпроект» на поставку определенного оборудования. И получил, не знаю по каким причинам, тогда предоплату в размере 4 миллиона гривен. Оборудование так и не было поставлено. Далее деньги были выведены на офшорную австрийскую компанию, которая также имеет отношение к Федору Петрову. Были решения суда, которые, к большому сожалению, не были исполнены по причине того, что денег на предприятии этом уже не было. Далее были попытки нового руководства уже «Заря-Машпроект» возобновить это дело. И в 2009 году прокуратурой были подняты эти дела, и была очередная попытка все-таки вернуть украденные деньги на «Заря-Машпроект». Но, к большому сожалению, они не увенчались успехом, потому что, как говорят люди, тогда вот каким-то образом все это порешали, и дело было опять, в общем, спущено куда-то вниз, практически закрыто. Что происходит дальше? Я после назначения исполняющим обязанности генерального директора, я встречался с руководством концерна «Укроборонпром», а его возглавляет Романов Роман Анатольевич, и встречался с ним три раза. И общался на ту тему, что как может человек, который вот замешан в махинациях с другим государственным предприятием, который не имеет профильного образования, которого судостроение, ну, поверьте, ну, далек, очень далек, и все надежды на то, что вот с приходом нового руководства будет возрождение судостроения, ну, для меня это, мягко говоря, это все блеф. На что я услышал ответ, что я не хочу копаться в прошлом этого человека. Он мне пообещал, Романов, я имею в виду, что если этот руководитель украдет хоть 10 гривен на этом предприятии, говорит, я его посажу в тюрьму. Что происходит дальше? Я хочу привести примеры, просто несколько фактов. 16-го, которые у меня зафиксированы, это что 10 декабря был остановлен КАМАЗ, вывозивший порезанный налом оборудования на ПАО ЧСЗ. 16 декабря арестован КАМАЗ с ломом, направляющимся на Запорожсталь. 28 декабря задержана «Газель», вывозившая 4 насосных агрегата, незаконно приобретенных на заводе частным предприятием. Судом наложен арест на 18 вентиляторов, которые также была попытка вывести с завода, и стоимость которых оценивается порядка 37 миллионов гривен, якобы под залог какому-то частному предприятию, на то, чтобы получить очередную суду, порядка 2 миллионов гривен. Узнав все это, я инициировал еще одну встречу с Романовым и рассказал ему о тех событиях, которые происходят на заводе. Итогом этой встречи было перед Новым годом буквально то, что мы договорились с ним выехать вместе на это предприятие, встретиться с трудовым коллективом и разобраться все-таки в ситуации. Что происходит дальше? Действительно, после новогодних праздников предприятие посетил директор Укроборонпрома, но о своем визите не сообщил ни мне, как народному депутату, который обещал совместную встречу с трудовым коллективом, ни администрации Николаевской области. Произошло какое-то закрытое совещание, итоги его никому не известны, ни мне, ни администрации, ни трудовому коллективу. А вообще почему так? Вот для меня это большая загадка, я не знаю почему так, значит, наверное, что-то происходит, какие-то есть подковерные игры, потому что вот после всех этих разговоров так произошло, и уже в октябре прошлого года вот этот Федор Петров, он был уже назначен не исполняющим обязанности, а именно уже полноценным директором этого предприятия, который якобы выиграл, был проведен. Почему якобы? Потому что был проведен прозорный конкурс, и для меня сегодня вот загадка, о каком прозрачном конкурсе мы можем говорить, когда выигрывает человек, который просто, извините меня за сленг, он сегодня просто грабит это предприятие. Поэтому о прозрачности сегодня можно много говорить, только не в этом случае.
Что происходит дальше на этом предприятии? Я встречался с трудовым коллективом, с определенными, да, людьми, которые посвятили свою жизнь работе на этом предприятии. Я встречался с лидером профсоюзной организации. Я буквально сегодня перед эфиром встречался с человеком, который посвятил всю свою жизнь, практически всю свою трудовую деятельность этому предприятию. Это Ставицкий Виктор Михайлович, который проработал на этом предприятии 59 лет. Человек, который был главным строителем этого завода, стоял, можно сказать так, у истока. И все то, что я вам говорю, этот человек мне все буквально, вот свое мнение он высказал и все это повторил. То, что сегодня происходит на заводе, кроме как уничтожения этого предприятия, он назвать не мог. Поэтому, ну, вы знаете, люди не услышаны, люди неоднократно обращаются во все инстанции. Я заявил о ситуации с трибуны Верховной Рады. Я сегодня написал свое депутатское обращение на все, во все правоохранительные органы касательно воровства, происходящего воровства на этом заводе. И поверьте мне, что на этом я не остановлюсь. Меня поддерживают люди, которым не безразлична судьба этого завода. И я уверен, что я уверен в победе. Потому что я сегодня опираюсь на поддержку в первую очередь людей. Потому что то, что было обещано нынешним директором, а буквально вот со слов сегодня того же Савицкого, когда было представление нового директора, он сказал, что за год я обеспечу заказы этого завода минимум на 15 лет. И вот мы сегодня пожинаем плоды уже больше полугода. Этот руководитель на предприятии. Завод сегодня в упадке, мало того, увольняются профессионалы. Был уволен замдиректора, был уволен, вернее, главный инженер, который потом, правда, по решениям суда Центрального района было признано, что увольнение это незаконно, и были восстановлены должности. Но все те, которые сегодня заявляют свою позицию, они находят, новое руководство находит всяческие причины и старается их уволить. Поэтому есть ли будущее у этого завода? Если меня спросите, я в нем уверен, что будущее есть. Говорить сегодня о том, что этот завод будет строить корабли, давайте сегодня говорить о том, что сегодня этот завод, он может заниматься как минимум судоремонтом, и для этого у него есть все возможности. Нужно назначить нормального специалиста, нормального директора, которому поверят в первую очередь трудовой коллектив, и поверьте, что у нас есть шанс. Будем верить, будем делать для этого все, потому что не только стараниями народного депутата, не только стараниями руководителей, которые находятся высоко в нашем правительстве, что-то можно сделать. Очень многое зависит и от нас с вами. Будем же активными гражданами своей страны. Меньше минуты остается. 8 марта не за горами. Очень хотелось бы поздравления, пожелания николаевским женщинам. Спасибо родным большое. Николаевским, знаете, женщинам. Хочу начать с того, что я родился и вырос в городе Николаеве. Я очень люблю свой город, я очень люблю всех жителей города Николаева. Но отдельно, конечно, это наши женщины. Я вам хочу пожелать добра, мира, благополучия, любви. Любите и будьте любимыми. С праздником! Спасибо большое, спасибо за те, що були в нашій студії. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами. Я прощаюся з вами до нових зустрічей на телеканалі Миколаїв. На все добре.